Наконец-то ночь настала, и можно пробираться в дом бабки Грэнни. Ребята, всем привет, с вами я, Коля, и я сегодня придумал гениальнейшую идею. Короче, ребята, смысл в том, что пока ночи бабка Грэнни спит, надо пробраться в ее дом и поставить везде, где только можно, ребята, камеры. В общем, вот так вот. Вот так вот камеру поставим, так, дальше поставим вот в этой комнате камеру, вот так вот, ребята, отличненько. Так, теперь надо поставить камеру на кухне. Ребята, знаете для чего? Правильно, чтобы с утра пораньше мы смогли быть в курсе всего того, что происходит в доме бабки Грэнни. Так, здоровски. И теперь идем на второй этаж. В общем, ребята, на втором этаже вообще бабка спит, поэтому надо быть мега аккуратным. Так, поставим вот сюда камеру. Так, пробираемся в ее комнату. Ну-ка, бабка спит. Тихо. Да. Оп, отлично. Так, а чё? Здорово. Да. Тихо, ребята, тихо. В общем, план у нас такой. План, ребята, у нас такой, что мы будем следить и бабке названивать. Потому что бабка же не будет догадываться о том, что мы вообще знаем все, что происходит в доме бабки Грэнни. Я очень, ребята, долго выжидал этого момента, когда бабка ночью уснет. Потому что она вообще, короче, ребята, ночью почему-то в последнее время не спит. Так, поставили даже камеру здесь. Так, и одну камеру поставим, давайте, на третий этаж. Идемте скорее. Хотя, в смысле, одну? Тут, ребята, столько комнат. В общем, одну поставим сюда. В зельеварочную надо поставить. Точно. Вдруг бабка будет какие-нибудь зельки варить. А мы с вами будем давать ей советы. Суперски. Так, и, ребята, еще давайте эту поставим вот в этой комнате, где нету, ребята. Вот так вот. Вот так вот. Все. Супер. В общем, ребята, нам теперь надо... Сбежим через окно. Полетели, короче, спать. С утра встретимся. Если ты хочешь получить эту супер-классную и крутую машину, которая умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится. Я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Все, в доме я закрылся, ребята, и самое время смотреть. Так, а где эта бабка? Так, ну-ка. Так, интересненько. Так, пятая, на кухоньке ее нету. Так, может быть, где-то... Так, в коридоре, ребята, ее тоже нету. Так, о, в своей комнате. Отличненько. Ну, какая красавица. Вот, так, господи. Сейчас так, надо... Так, чёлочку, ребята, причешу. Возьмем так. Телефон. Так, ой, ну-ка. Ой, такая красотка. Алло, бабка. Так. Алло. Ой. Алло. Алло. Бабка. Алло. А у тебя это... У тебя глаза, по-моему, красные. В смысле? Ну, я тебе говорю, у тебя, по-моему, красные глаза. Да нет, нормально, я вроде выспалась, а что ты так беспокоишься-то, а? Да не, я просто как бы думаю, что у тебя красные сегодня глаза. Не, нормально все? Да нет, все хорошо, да? Хорошо, ты не беспокойся. Все, давай, ну, все. Это своими глазами тут разговаривать. Ладно, пока-пока. Ребята, короче, мы будем все ей названивать. И следи за ней. Смотри, не правда поверила. Я даже глаз не вижу, ребят. Да нормальные вообще. Ой, все, ладно, пошла. Нет! Че? Нет! Дед, иди к себе, я тебе подожди, чё, приду. Дед вернулся, ребята, ну-ка. Дед, где? Смотри. Ну-ка, вот там, по-моему, были. Дед, смотри, да у меня глаза красные. Да, красные. А, нифига себе, он что, угадал, что ли, что у меня глаза красные? Ну, прикинь, Коля, позвонить. Раз звонил, говорят, что у меня глаза красные. Алло, бабка. Алло. Деду привет передавай. Откуда ты знаешь, что я у деда? Ну, дед же в твоем доме, правильно? А, ну да. Ну да. Все, привет ему передавай. Ага, все, давай, пока. Ага. Дед, тебе хулиган, привет, короче, привет. А, и ему все. Тоже. А как он узнал, что я сегодня приду? Ну, откуда я знаю? Сказал, что просто привет передавай, потому ладно, что... Ладно, бабка, дома. Давай наши дела решать. Короче, слушай сюда. Че? В общем, ты сегодня занимаешься чем? Я тебе говорила, надо гараж утеплить. А я тебе как говорю, надо ласточки? Сначала сделать метро. А я тебе говорю, где наши ласточки с тобой стоять будут? Да ласточки, ладно, метро, ты понимаешь, надо к городу, чтобы на рыбу продавать, в общем-то, и все. Ой, господи, ребята, ты со своей рыбой просто. Алло, бабка. Сейчас, подожди. Алло. Алло, бабка, это, я думаю, что надо метро вам сначала строить, потому что жители тоже, в общем-то, говорят, что это, что нужно метро. Вот. Подожди, а как ты узнал про метро? Ну, в смысле? Ну, ты что, не хочешь там метро построить? Ну, в смысле, ну, дед хотел, да. Ну, на метро нужно а тоже. А я при чем? Ну, бабку надо строить, деньги выделять. Ладно. Ну, ладно, все, давай, бабка, пока. Дед. Чё? Походу, дело у меня крыша поехала. Да в смысле, он тебе давно уже едет, чё? Короче, представляешь, хулиган звонил и говорит, стройте метро, жители ну, хотят. Ну, я же согласен. Короче, знаете что, вот вы согласны, вот вы и стройте, все. Все, давай.
Так, ребята, куда она там пошла? Ой, ну ничего не понимаю. О, на кухоньку пошла, ребята. В смысле? А о, как идет, 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 смотрите, метро. Смотрите, ребята, идет. Ой, метро. Что за метро? Так. Что за ведро? Вообще ничего не понимаю. Так, так, ребята, ну, надо ей бабке позвонить еще раз. А, алло, бабка? Ты меня сегодня достал, баб, уже сколько? Мы вчера сметану покупали, сегодня сметану на завтрак не ешь. И чё, потому что у нас у жителей две банки пропало, да, так что сметанку сегодня не кушай на завтрак, ага. Да я и не собиралась вообще-то есть. Ну я думал, вдруг ты завтракать идешь. Не, ну если не идешь, то нет, ладно. Нет, не иду, все, давай пока. Ага, давай пока. Ребята. Сметанки пожрать. Я вообще-то позвонить пошла, ничего не понимаю. Ну кому это интересно, так, позвонить ладно. Пошла. Так, так, так. Алло, Пеннивайз, здорово. О, Пеннивайз, звони. Я тебе зелье сделаю, а ты сегодня должен прийти, так, давай после 8 вечера, да? Я тебе его как раз наварю. Да, да. Так, все, так. Я тебе сказала, после 8 вечера жду, давай пока. Так, надо, ребята, бабке позвонить. Сегодня так. Кто-то сошел с ума. Бабка, алло. Так, я слушай. Сейчас не поняла, в смысле алло? Ну, ну, бабка, в общем, что я тебе хотел сказать? Что ты мне названиваешь-то каждую минуту, да? Нет. Ну, потому что, бабка, я тебе кое-что хотел сообщить. Что сообщить? Что у нас после 8 сегодня собрание. И что, бабка? И мы тебя хотели позвать. Зачем? Ну как зачем? Чтобы ты пришла и помогла нам жителям определиться. Вообще ко мне после 8 некогда, если что. Да я знаю, что к тебе Пеннивайз должен прийти, но, бабка, нельзя. Откуда знаешь? Чего знаю? Что Пеннивайз придет? Так он мне позвонил, сказал. Откуда ты знаешь? В смысле он тебе позвонил? Ну мы с Пеннивайзом друзья лучшие, бабка. Ты что, не знала? Ты что, совсем? Ты сейчас мне что, разводишь, что ли? Нет. Честное слово, бабка. Хулиган, после 8 собирайтесь сами, до свидания, все, пока. А, ну ладно. И, ребята, так, куда она там пошла, интересно? В смысле, друзья? Так, может, на второй этаж где-то поднимемся? Как это, хулиган, Пеннивайз, друзья? Так, ребят, давайте-ка поглядим еще раз, давайте еще. Ой, Мари, и правда. Так, а на третий этаж, так. Так, ребята, где у нас там третий этаж? Так, это второй этаж, ребята, значится нам сюда. Так, это туалет. Так, 12-й, так, нет, ребята, 13-я, значит, должна быть. Так, о, так, о, 13-я камера, ребята, ага, отлично. Так, 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 так. Интересненько, интересненько. Зелье? Ага, ага. Короче, получается так. Что она там значит, делает, ребята? Берем это, и будет у нас какое зелье? Хе-хе, от по носу. Так, от по носу. Так, добавим еще туда что? Правильно, добавим маков. Зелье от по носу, что ли, нужно? Маков. Интересно. А зачем? Маков сюда. Так, 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 ребята, смотрим, смотрим. Маков, один, один. Что она там еще запланировала? Ну да, все верно. Так, одну Смотри. Лиану. Давайте позвоним. Да. Одну лиану. Алло, бабка. Так ты меня просто Я достал. Просто тебе сообщу, хочу сообщить, что Пеннивайзу зелье от поноса уже больше не нужно. В смысле? Ну, ты же варишь зелье от поноса, правильно? Подожди, ты сейчас откуда это знаешь? Ну, ты я просто... Ты что, за мной следишь? Да как я могу следить? Ты сейчас в окно смотришь, правильно же? Ну. Как? Откуда ты знаешь, что я смотрю? А я тебя вижу со своего дома. Вон тебе рукой машу. В смысле, да я твоего дома даже не вижу, значит, и ты не видишь. Ты что, за мной следишь, что ли? Нет, баб, нет, нет. Не ходи по ноутбуку, а то сломается. Сейчас я, короче, знаешь что, к тебе приду и сама буду за тобой следить, зараза. Все, давай пока. Давай пока. Ребята. Кто он вообще? Ноутбуку говорит, не ходи. Я сейчас не понял. Он что, здесь что-то оставил? Так. Он что-то спрятал в моем шкафе? Закрыть. Все? Он ничего не видит. Все. Закрыла шкаф. О, так. Точно не вижу. Так, отлично. Так, все. Фух, надо ванну принять. Так. Это ж просто капец какой-то. Даже вообще нет никакой рамы не лезет. Так, ребята. Ужас. Ну-ка. Так, так, так. Так. О, так. Красота. Опачки. Вот это. Вот так, это, надо вот взять. Алло, бабка. С легким паром, так сказать, но у тебя нога торчит из ванной. Ты сейчас что? Во, вышла, молодец. Ты как вообще это знаешь? Я бабка в Англии стал. Я к тебе иду. Сейчас я тебе покажу, где я буду тебя. Короче, сейчас ты увидишь. Ребята, короче, по-моему, мне надо делать ноги. Житель, короче, скажешь бабке, что я с утра, меня тут не было. Все, я был за грибами.
Так, все, ребята, убегаем, короче, убегаем с этой деревни. Но, по-моему, у нас с вами все получилось настолько отлично, что, ребята, я вообще в шоке, что бабка даже не заметила эти камеры. В общем, если хотите продолжение наблюдения через камеру за бабкой Грэнни и Грэнпа, а может быть, там еще какие-нибудь у нее монстры будут, обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. И, конечно же, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки, всем пока-пока!